Всем привет, ребята. Время 7:30. Завел машину. Сейчас я еду к Грише в гараж. Там стоит наш УАЗик. Встретимся и выйдем в сторону Тулагина. Это село Тулагина находится 25 километров отсюда. И состязания будут проводиться вот там, на поле. А к 9 часам мы должны туда подъехать. Так что едем. Сегодня у нас финал гонок Хараян, гонки по снегу. Финал 2022 года. И я буду участвовать. Поэтому я уже начинаю волноваться. Очень хороший день сегодня. Солнце. Гоночный болид уходит из гаража. Hunter ZMZ-409 инжектор. Выезжаем в место соревнований. Так, у нас село Тулагино. Так, 21 километр. Так, мы закупимся немного продуктами. Там есть будет нечего в течение дня. Это я дорогу не знаю, еду по навигатору. Село Тулагино — это по направлению в поселок Намсы. Едем на север отсюда. Извините, левее. Взял. У нас оказалось, что тормозная система завоздушена. Сейчас ребята поправят. Чемпионат Республики Саха-Якутия. Мы приехали в место соревнования. Здравствуйте! Да, давай, катай! Это Иннокентий Барашков, организатор всего, организатор гонок, основатель гонок Хараян. Так, мы потихоньку готовимся, одеваем жирные колеса для снега. Вот это колеса шоссейные. Григорий приехал с Нюрбы, 800 километров отсюда. Это его машина. А члены нашей команды — Григорий Михайлов, командир, Владислав и я. Сейчас ведется контроль технический. Пара. Мосты какие? А? Мосты. Военные. Вояка. Вояк. Переживем там где-то. Вот это. Все там поршатка. Это надо. Пару слов. Что мы смотрим, что проверяем. Здравствуйте. Что мы смотрим? Смотрим машины. Ага. Какие они? Двигателя там по безопасности, там ремни, аптечки, глушители, всякое разное.
смотрим резину, смотрим тормоза. Что еще? Ну, почти все. Ага, спасибо. Вот столько участников сегодня. Больше 30 участников сегодня будет. Это финал. Все участники готовят свои болиды гоночные. Меняют колеса. Будут травиться. Все очень интересно. Вон там у нас готовится сцена. Скоро у нас будет открытие соревнований. На нашей машине военные мосты, колеса. Тут по регламенту не больше 82 сантиметров. У нас размер получается 235-85. Это компарсера, заводская шиповка. По снегу самое то. Гриша участвовал в моем соревновании в Кубке Северного Патрика. Опытный водитель. Мы закончили подготовку почти. Идем на регистрацию. Ну вот, чемпион. Чемпион прошлого года. Раз. Матюль. Здесь идет у нас регистрация. Так, иди участник. Гермогенов, медосмотр в Аттадо. Гермогенов, медосмотр. Девушка, вы участники? Ага. С какого луса? Черуптин. Какая машина у вас? Карбюратор АХС. Карбюратор? Ну, УАЗик. Сертификат участника. Официальный участник. Официально ты прокачан. Официально я стал участником соревнований финала. Так, мы сходили на пристрелку, пристреляли воздушку. Первый этап у нас биатлон, да? Биатлон, третий номер. Ага, у нас по регистрации третий номер. Скоро уже начнется. С опозданием, но все-таки я доставил приз от фирмы The Plus. Это был приз на Кубок Северного Патрика, но в связи с долгой доставкой немного опоздали. Поэтому я вручаю приз девушкам. Экипаж. Какой экипаж? Экипаж Барс. Виктория Габышева, Анна Данилова. Приз от ТЫП Такелаж Плюс. Динамические стропы, карозащита и все для джиперов настоящих. Еще раз поздравляю. Гори, Инди. Гори. Один набор. Республиканский курятка разката улухан тагаганнах кирси волар болобах. Были этергетлы нос к носу, тис-тиске, еме курдук курятка хэн улух. Бүгін
Тирити хоруту болар күне келде бахла. Жой күн настроениене праздник барал. Идет церемония. Спасибо большое. Итак, на сцену приглашается исполнительный директор автосалона Колми Алексей Васильевич. Ветеранам соревнований вручили звание мастера спорта и еще кандидатов вручили. Вот такой у нас большой спорт, автоспорт. Так, у нас гонки сейчас начнутся. Первый этап у нас будет автобиатлон. Стрельба будет из пневматической винтовки. Второй участник уже поехал. Мы поедем третьими. Сейчас мы уже поедем. Трасса довольно-таки тяжелая. Очень много кочек. Трасса расчищенная грейдером. Поэтому там все кочки вышли. Много поворотов. И потом на биатлоне будет стрелять сам пилот. Все, было 5 уже? Да. Все. Заряжай. Да, быстренько заряжай. Все, и на старт. Доверил, чтобы не заведено было? Да.
торопитесь. Спешка не ждет, а пойду лучше. Не надо торопиться. Промах. Едко. Бар. Ильбар. Промах. 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 Одно попадание. Сейчас будет старт пятой команды. Так, ладно, поворота ста. Прямой гонок сонаря. Поставь! Я прямой гонорста! Все, так, уже не горло! Ух ты, уже дожди! Опа! Вот, чё-то! Парата! Тин-тин-тин! Я рано, ты будинка ехать надо! Тин-тин-тин! Спокойно! Порноши! Давай, удачи! Наши финиши. Каста, каста, ганра. Ранвет. Аллах, ровно так надо. Вон там едет очередной участник. Ботур. Особенность вот этих соревнований в том, что все этапы будут проходить на убывание. То есть занявшие последние три места экипажи, они уже выбиваются из соревнования. У нас время не такое хорошее. Мы на третьем месте убывания. Надо, чтобы еще один какой-нибудь экипаж пришел с временем больше, чем наши. И тогда мы переходим во второй этап. Второй этап у нас Drag Race. Руслан Асиров. Канал в Ютубе, канал продвижения. С 9 утра вот стоит на кране. У него прямой эфир в Ютубе.
Смотрите на его канале. Полный. Что, не замерз на вышке? Не, нормально. Сегодня. Что, как съездил? Нормально. Ну, главное, не вылетели. Так, мы снимаем друг друга. Вячеслав, приключал сегодня не потревать. Готовятся к драг-рейсу автоледи. Сегодня 7 машин, где сидят автоледи. Сертификат на 300 1000, первое место. Сейчас будет драг-рейс. Девушки все пошли вот туда. Расстояние 250 метров. Финиш будет вот тут. И вот эти дороги очень опасные, очень узкие. Даже вот когда плавным ходом шли, они уже выходили из трассы. Сейчас очень опасно будет на скорости. Наверное, пойдут по два. Поехали. Девчонки из города Нюрбы победили. Вот. Второй экипаж вылетел со своей трассы, поэтому они потеряли свою позицию. Следующая пара автоледи. Тоже никто не может попасть по дороге. Потому что дорога очень узкая. Третья пара пошла. ДТП. Зигзагами
наши девушки второй раз выиграли. Поменялись дорожками. Финал, финал. Болеем за наших девушек. Клуб «Легион», город Нюрба, экипаж «Барс». Пока идем хорошо, хорошо. Ура! Наши девчонки чемпионы. Чемпионы, чемпионки. Грейс. После этой пары заходим мы. Наш противник будет вот этот Барс. Фаворит. Экипаж фаворит. У них тоже военные мосты. У нас тоже военные мосты. Мы поедем на пониженный. Не знаю, как они поедут. У нас шипованный конфорсер. У них что-то наподобие Кама или Кама и есть. Кама. Стандарт. Старт. Старт по резкому ходу флага вниз. Что,
обязательно. Ага. Дальше пан Антон. Мы готовимся ко второму кругу. Первый раз мы чуть-чуть проиграли Барсу. Боремся дальше пока. Сейчас обратите внимание на левую и правую машину. То есть правая дорожка и левая дорожка отсюда. Левая дорожка относительно очень прямая и кочек очень мало. Правая дорожка вся в кочках. Мы первый раз ездили по правой и проиграли, потому что там очень много было кочек. Барс поехал у нас по той полосе. Сейчас увидите, какая тряска вот на правой полосе. Поехали. Антарктир! Двадцать девятый номер пришел первым. Бастаганагарда Гельбадов Суснер. Старца Ханта. Вот видите, результат из этой плохой дороги. Правое переднее колесо у него разбортировалось. Вот видите, русско прыгает. Полоса хорошая. Куда машина вообще стала. Соревнования ближутся к финалу, второй этап. Несколько машин осталось. Идет очередная пара. Ребят, спустила колесо, они должны
идти дальше. В режиме Формулы-1 будет меняться сейчас колесо. Поэтому сейчас мы еще затравимся. Сейчас стоит на 0,7. Будем делать 0,4. Ребята, еще раз с опозданием. Вторую команду, которая выиграла приз с магазина, с фирмы tplus.ru, то есть Т-плюс, такелажная оснастка. Экипаж Мамонт получает вот такой приз замечательный. Набор строп, шаклы, защита. Спасибо фирме Т-плюс. Спасибо. Несколько машин очень сильно повредились из-за трассы. Вот тут вообще страшная картина. Два разборта. Кто может, ремонтируется на месте. Вот такие дела. Вот здесь тоже буксировка. Машина не доехала до финиша. Тоже по правой полосе шла. Ехали. Поломалась правая шкварня. Финал. Старт. Чемпионы драгрейса. Драгрейса.
катачлар? Центральная повозка. Жеребьевка на третий этап. Третий этап у нас кольцевая гонка по снегу. Так, открываем жеребьевку на третий этап. Вон Алтыс. У нас. Уаз Мастер. 16-й. Уаз Мастер. Усалдат. Так, бригаем. Из 35 участников на третий этап получили доступ 24 команды. Мы так, взяли фортуна. Жеребьевку. Нам. У нас 16-й номер. Это у нас третий этап. Есть 8 дорожек. Поедут по 8 машин. Первый заезд будут только 7. Потому что одна машина не смогла. Или не успела. Так, поедут посередине. Вот за красным флагом направо. И очень большой круг. И финиш где-то вот тут. Они сейчас первыми идут и первыми топчут снег. Мы будем во втором. Вторыми поедем. Вторая восьмерка. И получается, что уже по колее пойдем. Поедем. Начало третьего этапа. Сейчас будет старт. Вот флагмен. Приближаются к финишу. Первая машина с хорошим отрывом идет. Да, по флагу. Флаг. По машинам.
блядь, ты вот у меня мотор ты. Которые мы ехали, трое выбывают, пятеро остаются, пятеро выходят на четвертый этап.
мы вышли на четвертый этап. Четвертый этап у нас супер экстрим. Все, ребята, мы финалисты. Мы в финале. Кубок у нас в руках. Сказали, что все финалисты получают кубок. Сейчас мы едем на стартовую позицию финала, где-то километр в ту сторону. Каждый будет ехать по своей дорожке. Это хорошо, потому что никто ни за кем не поедет. Все по снежной селине. У нас 10-я позиция. Вот наша дорожка. Эвакуация. Самая глубокая яма попалась у нас. Thank you.
Кубок финалиста тут работа говорят. Она кинула гадалами, я говорю, вот это. Республика Вастандара. Республика Бары, история кибита волота, Эльбахта, Харен, медали Гапит, волота Турола. Он на том уграл книги, Эльбах и мастер Нормада Толодова Лудяны, он на том перестал видеть, полгода Лангат, когда та история Тюрегит, волота Гатин, Харен, мастер один знак Тюрегит. Вот и завершился финал гона Харен 2022. Вот там идет награждение. Нам не до награждения. Мы сейчас должны сделать машину, сварить чулок моста. Вот такие вот дела. Так, мы приехали за генератором. Проехали 20 километров. Сейчас едем обратно. Без сварки не обойтись. Едем обратно к Грише, он нас ждет. Сейчас мы с помощью сварки сделаем ремонт и поедем домой. Все, машину собрали, готовы ехать.